Привет всем! Хочу показать, как надо коптить сало свиное. Берем мы фольгу, вот лично я так делаю. Беру щепу ольховую, кулак примерно, даже можно еще больше чуть-чуть. Вот. Распределяю я по фольге, делаю конвертик. Так, берем мы саму коптильню, покупная, кстати, купил я. Здесь вот был момент, уже пробовал разок. Вот, кладем мы это все дело на дно. Это мало ли вдруг там, чтобы не пригорало там что-то, такое тема, ко дну, чтобы почище было. Так использовали, собрали, выкинули и все, и опять чистенько там. Вот, так, дальше нам больше щепа сегодня не понадобится, убираем. Берем мы сало. Сало подготавливал я уже заранее. Засаливал по своему вкусу, конечно. Разрезал вот на такие куски. Вот, чтобы можно было их укладывать его. Вот. Дальше. Сейчас я пока уберу это дело. Делаем мы с вами. Дальше. Где-то у меня была. Вот она. Поддончик ставим. Но я им все равно поддончиком не доверяю. Мало ли, все равно что-то протечет. Нам надо сделать какой-нибудь поддончик другой совершенно, чтобы собирался жир на, у нас. И собирался жир так, чтобы нам он не попадал на дно, чтобы он не горел. Сейчас я покажу, как у меня получилось. Вот, сюда будет жир попадать и скапливаться. Вот, вроде как бы все герметично. Не должно уходить. Вот. Теперь, что мы делаем дальше? Берем мы лоточки вот эти. Их помыл только-только. Укладываем сало. Сало укладываем низом шкуры к низу. Так. Тоже на 4 части солил. Только солил, больше ничего не делал. Потому что смысла нету перчить, потому что это все дело коптиться будет. Так, дальше что? Второй берем лоточек. Также у меня 2 куска здесь. Сало также распределено на 4 части. Вот то же самое. Разрезано, то есть распределено, сказал. Это у меня не умещается, надо этот большой сюда, поменьше куда-то вот сюда. Так, теперь мы поставим лоточек вниз аккуратненько. Вот, поправим лоточек наш, который будет стекать сало. Второй сверху. Берем крышку. А, так, крышку не берем, вру. Берем опять фольгу. Сверху накрываем, чтобы было меньше доступа, чтобы дым меньше уходил. Аккуратненько закрываем, чтобы у нас плотнее все дело было. Так. Здесь у меня коптильня с гидрозамком. Наливаю воды в гидрозамок вот сбоку. Так, вода налита. Теперь мы поджигаем газ. Сейчас отодвину я, чтобы нам поджечь можно было конфорочку. Подожгем дальнюю.
Так, ставим огонь на самый быстрый. Ой, потекло чуть-чуть. Вот, ставим посередине конфорки коптильню. Так, воды можно не добавлять. Вытекло чуть-чуть, но нормально. Я добротно налил. Вот, и ждем час, час 20. Через час встретимся. Прошел час, смотрим, что у нас получилось. Вот наша коптильня. Сейчас пока ничего не делаю. Вот как у нас здесь все ловко происходит. Подглядим. Ох, сало готово. Готовое сало. Выключаем. Ох, блин. Какая красотища. Посмотрите. Ребята, пора дегустировать. Сейчас остынет, блин. Ой, красотища. Рекомендую. Ладно, ребята. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Все, всем удачи. Пока. Приятного аппетита.